Васян. Совсем недавно я ездил во Львов на несколько дней, где снимал для вас новую рубрику, которую я назвал Trip Vlog. Это будет видео, в котором будет мало меня и много красивых мест, достопримечательностей и еще каких-то моментов, которые я хочу, чтобы запомнились именно в этом видео. Нашли во Львове очень крутой торговый центр, который называется Форум. Как же он мне нравится. Тут три этажа, на третьем этаже еда, на втором и первом тупо все магазины, которые вы можете найти. Это наш номер. Тоже сидит Диана. Не удаешься на телевизор. Там дворик. Тут такая ванна. Слушай, закрой. Еще я хотел рассказать про наш отель, который называется Lviv Gem Hotel. И хотел бы рассказать, что когда мы приехали во Львов, мы сразу же пошли в этот отель, чтобы оставить там наши чемоданы. Сразу же нас встретили очень тепло. Мужчинка, который разносит чемоданчики, был очень добрый. Нам сразу дали форму для заполнения, что мы хотим кушать на завтраке. Мы отметили все, что мы едим, и чтобы они знали, что они могут нам давать, что нет. В итоге мы на следующий день просыпаемся, вот, и нам заносят первое блюдо, которое мы отметили, второе, третье, четвертое. В итоге у нас был полный стол еды, а нам подарились две символические баночки с джемом, у нас с полуночкой.
Ровно через 6 часов мне приходит письмо на почту. Надеюсь, вам все понравилось. Там оставьте комментарии, отзывы. Понравилось, грубо говоря, все. Если что-то, всем советую. Купили вот такую вот жвачку. Какой?